Генпрокуратуре частично отказали в продлении меры пресечения главреду интернета здания «Страна.ua» Игорю Гужеве. Шевченковский райсуд столицы постановил, что журналист должен оставаться в Киеве в течение 30 дней, а не 2 месяцев, как просило обвинение. Гужеву обвиняют в том, что он якобы требовал взятку за нераспространение разоблачающих статей о представителе радикальной партии. В ходе сегодняшнего судебного заседания обнародовали новые факты. Это протокол осмотра телефона главреда страны, где в СМС-ке он отказывается брать деньги. По мнению обвиняемого, это полностью разрушает версию следствия. Они пытаются сшить это дело таким образом, чтобы выставить меня виновным в совершении преступления, которое я не совершал. Но, видимо, по недосмотру или уже просто из-за того, что не получается скрыть очевидные факты, в процессе следствия всплывают вещи, которые четко свидетельствуют о моей невиновности.